Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Пошли мы на прогулку за наши огороды. Такая маленькая речушка здесь течет. Ручеек. Такой вот мостик. Ну, пошли посмотреть, что у нас за огородом. Какие цветочки цветут, что растет. Такая вот здесь у нас трава. Высокая прям, все заросшее, целые заросли такие вот непролазные. Смотрите, какая здесь у нас цветов, сколько, целые поля, какой аромат стоит, такая красотища. Такие вот цветочки. Шикарное цветение. Белое-белое все. Здесь тоже такое поле. Сейчас покажу поближе. Смотрите, какие. Прям ароматные-ароматные цветы. Красотища. Полянки, лесок, птички. Очень красиво. Всякие разные расцветают цветы. Какая-то вот такая синенькая трава, может, знает, что это такое, кто. Вот такие вот полянки. Аромат, конечно, непередаваемый. Кузнечики цветут. Ой, стрекочут. Вот такие вот белые, как альпийские луга у нас прям. Такие вот. Альпийская деревенька. За огородом такие полянки. Небо такое чистенькое вроде. Тучек нету. Завтра обещают очень теплую погоду. Поэтому такие вот. Такая прогулка. И заросли мышиного горошка. Смотрите, сколько его здесь. Много, мне кажется, это он. А может я... Нет, вообще-то это нет. Какая-то другая трава. Показалось издалека, что это мышиный горошек. Нет, это какой-то... Цветок тоже затем расцветет. Прям огромные поля, вот такие вот полянки. Видите, сколько его. Тоже будет, наверное, цвести красиво. Вот и здесь у нас, как и везде, в целом по в селе, вот такие вот гусеницы. Видите, они уже сделали вот такие коконы. Вот эти вот огромные. Зеленые гусеницы, которых мы показывали в видео, они вот видите, как, наверное, в кого-то превратятся. Вот они везде, по всем деревьям висят. Видите, как и здесь вот висит, и еще висит он там и там. Ну, собачка какая-то ходит с ошейником. Побежала собачка. В общем, вот везде такие вот висят. Наверное, кто-то из них вылупится. Может, бабочка какая. Идем дальше. Такая вот тоже здесь. Такие полянки. Всегда где-то к 1 вот июля начинает зацветать вот эта вот травка. Цветочки эти. Трава прям насыщенная, такая зеленая. Зеленая-призеленая. Красиво, конечно, сейчас. Сухо сейчас.
Дождики были, но небольшие. Такая вот. Тоже какие-то, наверное, цветочки потом будут цвести. Вот это вроде бы говорили, как герань, что ли. Тоже, наверное, будет потом очень так красиво цвести. Аромат шикарный. Ну, такие у нас везде ямки. Дорога неровная, такая вся ухабистая. Такие вот ямы. Ну, где здесь лобозник вот начинает цветать. Ну, вот такие вот просторы. Поля такие вот огромные. Это у нас за дамбой, за нашими. В общем, немного поодаль от села. Рядом с речкой. Такие вот полянки, лесок. Очень красиво. Вот такой вот лесочек. Зайдем, посмотрим, что здесь у нас есть. Такой вот красивый-красивый. Лесок. Наверное, тут особо-то ничего и нет. Сухо везде. Поэтому никаких грибов нету. Сухо, комары. Муравейники вот такие вот. Ничего здесь хорошего. Съедобного, точнее, нету. А так, конечно, наверное, здесь бы грибы были, если бы было сыро сейчас. Такие вот леса у нас. Такие березники. Красивые-красивые. Березки. Высокий лес. Ведро взяли. Только нечего собирать в это ведро. Веточки везде хрустят. Грибочков нету. Вот это, наверное, называется костяника, или как, вроде как-то так она называется. Такие тоже большие заросли. Но ягодок тут нету. Ну-ка ее здесь. Смотрите, на иве как цветочек. Как натуральный цветочек. Такой вот. Обычная ива. Такие вот заросли. Лобозняка целое поле такое. Сейчас вам покажу. Смотрите, сколько много. Здесь тоже такие у нас заросли. И вот такое поле. Там, смотрите, все белое-белое. Все это лобозник вот цветет. Такие вот полянки. Красивые. Вот такие вот у нас. Тут лес с одной стороны. А вот здесь вот такая вот небольшие кустарники. Обычная ива. Лобозничка. Вот.
красивые. Неописуемо. Такие вот полянки. Здесь, смотрите, синенькие цветочки. Тоже такие достаточно хорошенькие. В общем, красиво сейчас, конечно. Здесь вот такие вот. Они кое-где, наверное, только зацветают, а где-то уже процветают. Синенький лобозник вон там. Вон. Пушистый такой, смотрите, сейчас покажу. Прям пушистые кустики. Красиво-красиво, тоже ароматный. И вот опять вернулись к этим полянкам. Вот такие вот цветочки. Вот она, наша речка. Такой вот берег. И вот такая вот река. Тартас называется. Там вот лодки стоят. Лежат, вернее. И вот такая вот речушка. Где рыбка плещется какая-то, наверное. Берега заросли все тальником. Такой, где там плесканется рыбка. Такая вот речушка. Здесь маленький приток ионы, ручей такой впадает. Но всем тем, кому данное видео понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого доброго. Вот рыбка плещется, наверное.